Кенекен ал Ертіс жақында ғана Испаниядан келген бапкер Херат Нусты Астафаға жіберді. Оның орнына команданың уақытша ресейлік маман испан тілінде еркін сөйлейтін және Чума Анене. Қазір ордабасы турнирі кестеде 4-ші орынға түсіп қалса, ал Ертіс небары 8-ші орында. Енді әр команда әрине осы ойында 3 ұпай міндетті түрде алуға. Жақсыбаев. Далеко вперед пытается найти Еркебулана Тунгашбаева. Хороший момент. Вот там на седан. Фанта ситуацию контролировал в целом. Поворотом бывшего одноклубника пробивал Пабло Фонтанелло. Кстати, в прошлом сезоне Фонтанелло чаще забивал. В этом же сбился прицел. Фуат Салами. Очень много единоборств проиграл нападающий. Иртыша! Попытка пробить поворотом. Нарзыкулов едва не ошиб. А пробивал, если не ошибаюсь, это был Сергей Кисляк. Нет, Илья Калинин. Правый полузащитник, кандидат в сборную Казахстана. Он неоднократно уже попадал в расширенный список главной команды страны при разных тренерах. Удар на выигрыш. Нет. Отходит назад. Передача на дальней Бертолио. Хорошая передача! Нагаев. Положение вне игры. Оказался. Но сами посмотрите. Сам факт того, что умудрился делать красивую передачу Бертолио. Вот, наверное, за это и ценят аргентинских, да и вообще латиноамериканских футболистов. Казалось бы, идет в обыгрыш. Пытается пройти игрока. Иртыша, ну вот, непостижимым образом. И Кисляк. Скидка головой. И тут же очень активно начинает второй тайм хозяева поля. Продолжает. Да, у Кайрата теперь 20 очков. На 2 очка они отстают. Правда, у Астаны одна игра. Вернее, у Кайрата одна игра в запасе. Хорошая передача была. Получить поединки против каргадинского Шахтера. Бочаров нашел Тимура Досмагамбетова, на мой взгляд, одного из самых активных в составе ордабасы в первом тайме. Сколько передач он сделал, сколько кроссов совершил Досмагамбетов в первом тайме, выбивает мяч. Это шанс, это гол ворота Алмата Бекбаева. Не видел голкипер Иртыша момент, когда провел российский полузащитник, и со второй попытки Шимкордабасы они смогли забить гол на 54-й минуте. Да, вот здесь красивейшим ударом, не сильным, надо заметить, Бочаров пробил, и Еркебулан Тунгашбаев пытался помешать Бекбаеву, когда тот кулаком выбивал мяч, пытался сделать это за пределы штрафной выбить. Ну вот, смотрите, Калинина также Милош Томинкович прозевали. Момент удара, когда пробил Никита Бочаров. Очень перспективный, многообещающий голкипер. Потихоньку молодежи сборную Казахстана привлекается. Кирилл Ковальчук, Талгат Адырбеков, Джамбули Джигаури, Самат Шамши, Кайрат Аширбеков, Виталий Ли, Алишер Сулей, Бекжан Абдрахман. Очень хорошая длинная скамейка запасных у шымкентцев. Но, наверное, после этого... Да, красная карточка или что? Руслан Несимов с поля удаляется за вторую желтую. Вот так вот чуточку больше часа отыграл капитан Иртыша и подводит. Иртыш уступает в счете 0-1. Да, подтолкнул он здесь Бочарова, а затем атаковал. Справедливый горчичник. И эта желтая стала для него второй в текущем матче. Болельщиков из Шымкента пришли на футбол отдохнуть, посмотреть за игрой любимой команды. И почему бы не заполнить трибуны? Момент для Иртыша! Да, Нарзыкулов успел. А вот... Да, в девятку метил Карлош. Я уже говорил о том, что удар у него, в общем-то, очень-очень приличный. Он на рызыку прикрывал.
Кесли Эцент. Почему бы не сделать прострел? Фулами Салами. Снова Салами. Сколько моментов он будет упускать сегодня? Конечно, партнеры по команде после матча вправе будут спросить с него. Почему ты, мол, не забивал? Все сделал Кислица. Да, подтолкнул он своего оппонента, дабы тот далеко за мячом оказался. В таком случае никакого нарушения правил не было, потому что он сделал это слегка. Ну вот, пополнил их список разочарований. Хуат Салами. Толебек, хороший удар, метил в дальнюю девятку. Стали, как минимум, за очко точно поборются. Правда, периодически Нагаев, смотрите, в прыжке рыбкой пытался мяч, а там Дякате. Неспешно играет шымкентцы. Время играет на них. Но почему бы не забить еще один гол? Досмагамбетов! Хороший удар для Нагаева. Да, вот нам показывают момент, когда Тимур Досмагамбетов пробивал. До ворот было далековато, но для него это не проблема, в общем-то. 4 минуты практически истекли. Подача на кого? Показывают игроки Иртыша свои претензии. Конечно, моменты у Иртыша были. Один только Фуат Салами имел как минимум два момента для того, чтобы счет сравнять. Поэтому корить нужно только, пенять вернее, только на себя, а не на арбитра. Потому что Иртыш, в принципе, играл достойно. Тот же Фонсека один из лучших матчей, наверное, своих провел. Была игра рукой. Даже Бекпай вперед побежал в надежде помочь своей команде. Фонсека, еще одна подача! И вот вам последний момент, последний шанс. Последняя возможность для Иртыша. Арман Смаилов после подачи в исполнении Фонсеки пробил. Из побед одержали победу со счетом 1-0. Таким образом, теперь у них в активе 16 очков. Ну а я, Ербул Каиров, с вами прощаюсь. До следующих встреч. Келесы.